Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о менталитете, о турках и об отношениях. Бытует такое мнение, и я, скажу, может быть, не буду развенчивать этот миф, потому что, на мой взгляд и на мой опыт здесь, в Турции, это не является мифом, это, скорее всего, правда, о том, что если турку нужно, если он заинтересован, влюблен, он хочет быть с этой женщиной, он своего добьется, он ее в покое не оставит. Турки не те, которые, знаете, держат на расстоянии, что-нибудь там смотрят, не уверены в чем-то. Вот если у вас отношения с турком развиваются, ну, условно, познакомились там, не знаю, на расстоянии как-то общаетесь, и вы видите, что он где-то подзавис, где-то он, скажем, такой спокойный, не проявляет инициативу и так далее, либо ему неинтересно, и он как-то держит эти отношения, возможно, про запас, возможно, он сам не понимает, чего он от вас хочет, то есть у него нет четкой цели завоевать эту женщину, быть с ней, не знаю, там, жениться на ней или еще что-то такое, да, а при этом, возможно, он не хочет брака, не хочет в данный момент, период своей жизни, серьезных каких-то отношений, ответственных, то есть вот этого результата про брак конечного. Поэтому отношения могут быть вот такие легкие, вяленькие, неактивные, он как-то пропадает, где-то вот эта вся история. То есть его вот эти действия о нем и говорят сами за себя, как говорится. Знаю миллион, миллиард, наверное, историй, когда, да, если турку очень сильно хочется, очень надо, он хочет жениться, он видит эту женщину, она ему нравится, то есть у него есть определенная цель, то есть вижу цель, не вижу препятствий и преград. Он к этой цели пойдет. Он сделает все возможное, чтобы быть рядом с этим человеком. То есть, если он активный, завоевывает и так далее, это, кстати, не говорит о том, что он таким завоевателем будет всегда. Я говорила то, что турки, они любят производить впечатление, заманить к себе, окружить любовью, заботой там, и тем, и пятым, и десятым, расположить к себе, а там будем разбираться. Так вот, вот эта активность, да, это большой показатель. Вот если у вас отношения какие-то зависшие, неактивный турок, про встречи особо ни рот не открывает, очень все вяло, или вы инициатором являетесь, потому что в последних историях и письмах очень много было такого, что вот какой-то вяленький инициатором не является, наших встреч и всего прочего, то это повод как бы задуматься, это, да, некий небольшой показатель, в том, что он где-то не супер... Дело не в том, что вы ему не подходите, и он зачем-то с вами. Он сам не знает, чего он хочет в этих отношениях, какой результат. Если вы не хотите себя обманывать, хотите быть с собой честны, не хотите при этом тратить время, например, впустую, чтобы потом оказаться, типа, брак ему не нужен, а мне там, не знаю, 35 уже, или мне там, не знаю, 25, может быть, но у меня четкая цель, хочу там родить, брак, и все у меня серьезно. То есть не готова я тратить время непонятно на что. Хотите правды, я рекомендую задать конкретный вопрос. Спросить по-честному. Вот смотри, дружок, у меня вот так-то, так-то, такие-то планы. И, например, через 5 там, лет, через 3 года я себя вижу вот в таком статусе, например, жены, матери и так далее. Я про серьезные отношения. Ты чего хочешь? Расскажи мне. Если он пытается на кошачьих лапках съехать мягко, типа я тоже, но не знаю когда, а может не через 5 лет, то есть это зависит от вашего желания, хотите вы видеть правду или нет. Если вы честны к себе, задавайте вопросы, решайте на месте, понимаете, с этим человеком ваше будущее или нет. Принимайте какую, ну, какую-то точку. Если вы его принимаете, вам хочется, но вы готовы подождать, пододвинуться или еще что-то, пожалуйста, я не говорю, разрушайте отношения или расставайтесь с ним. Но сделайте для себя тайминг, а сколько я готова ждать, сколько для меня это комфортно, и типа окей будет, да, чтобы я не прождала там 5-10 лет, а потом осталась без ничего. Но при этом сразу скажу, что если супер-мега-активный завоевывает вас, располагает к себе, свидания и вся прочая история, есть такие моменты, бывает такое, что он потом может охладеть со временем. То есть это тот турок, которому надо произвести впечатление, он весь такой павлин, любит почистить перышки, производит впечатление,
по факту, например, в совместной жизни, в браке, если до этого дойдет, он может быть очень спокойным, он может быть безактивным, знаете, безинициативным, неактивным, вот таким вялым вообще. И вам, например, надо быть инициатором чего-то, подталкивать его постоянно, куда он мёртвый, ничего не хочет, того ему не надо, и он вообще без цели какой-то в жизни, например, живет, условно, покушали, покакали, и дальше живем, да, без цели, без развития. То есть он может произвести впечатление, потом заглохнуть. А он может произвести впечатление, другой тип, да, турков, и всегда быть таким активным, показывать любовь. А есть, если вы ждете вопрос, типа, а есть такой спокойный, который неактивный, и типа всегда такой, это больше, такое есть, но это больше, знаете, такие скучные, спокойные мужчины. Я не знаю просто, насколько вам будет интересно с таким. Он предсказуемый, он скучный. Он будет, не будет рисковать, он не будет, как правило, каким-то верхам чересчур пытаться перепрыгнуть, достигнуть чего-то в своей жизни, в карьере, там, в работе. Там. Условно, у вас родятся дети, на них надо больше денег. А он будет говорить, я хожу на ту зарплату, которая у меня есть на работу. Больше, выше прыгнуть своей головы не хочу, не могу, не буду. Вот такая вот перспектива, как бы, да. Насколько, может быть, вы за понижение тревожности, за безопасного партнера, предсказуемого, вам так проще, то, пожалуйста, окей, why not? На каждого, скажем так, да, рыбака находится своя рыбка. Под вашим запросом это. Но и просто есть ли смысл переезжать в другую страну, рушить свою какую-то, например, жизнь, уклад для того, чтобы что? Такие вообще мужчины есть везде. И для этого не надо искать себе турка. Я вообще хочу, знаете, наверное, развенчаю миф и хочу сказать, что турки такие же мужчины, как и мужчины в других разных странах. И очень часто, чем я сталкиваюсь, это вот когда девочки здесь поживут несколько лет и говорят, блин, да тут все как бы условно, как и у нас. Тут тоже есть и альфонсы, есть, которые не хотят вкладываться, и детьми прикрываются, на самом деле они такие не семейные, есть семейные. То есть это зависит вообще здесь от семьи, не от того, что он турок. Не от национальности, не от страны, от того, как в семье у него завелось, как воспитывалось, какие у него есть там свои травмы, проблемы с детства, что на него повлияло, какой у него образ жизни. Деталей этих очень много, на это надо обращать внимание. Я сразу говорю, если вы ищете прям турок семейный, про брак и все прочее, о нем уже очень красиво рассказывать, по факту вы останетесь, скажем так, при том же, чем могли остаться в своей стране, при таком же, скажем так, раскладе. То есть они ничем по факту, вот кроме вот этих ухаживаний, внимания первое время, по факту потом они ничем не отличаются от мужчин других абсолютно. Например, ну, в странах СНГ, постсоветская наша, если с этим сравнить, я просто не знаю там мужчин в других каких-то странах, да. Но судя по всему, как общаются с подружками, общаясь, кто замужем в России за русскими мужьями, такая же, в принципе, история. Здесь все то же самое есть. То есть это не волшебная таблетка, которая решит ваши проблемы и так далее. Ну, просто, да, у них в менталитете есть горячая кровь, более темпераментные, больше говорить могут красивых слов, красивее ухаживать, говорить, что ты там, не знаю. Короче, женщины здесь наши очень любят ушами, а мужчины турки очень хорошо говорят. И мы тут на этом сходимся. Но потом, по факту, когда этот период цветочно-букетный, условно, после свадьбы это проходит, вы сталкиваетесь с реальностью, что все как и было у всех, собственно, ничего не поменялось, и, собственно, я пришла к тому, чтобы могла найти в своей стране. Но все равно, конечно же, я вижу, что мне в комментариях пишут, все так плохо, у вас такие отвратительные истории на каналах, вообще нормальных, адекватных турок нет. Ой, это такой бред. На самом деле есть, абсолютно есть. А здесь просто, знаете, есть процент, так скажу, мужчин, которые хорошо, достойно воспитаны в семье, хорошими родителями, которые хорошо относятся к женщине с уважением. И мужчина за свою женщину здесь идет, воюет, решает, как воин, условно, да, я так могу назвать. Есть точно так же, когда ему наплевать, здесь такие тоже есть. Когда она там вся, всю семью тянет, не про деньги я говорю, а вообще про внимание. Есть, здесь очень много аморфных мужчин, которые сходили на работу, принесли деньги, выше головы не прыгают. Делай с ними что хочешь. Не хватает твоей проблемы, надо иди работать условно. Да? Или еще даже запрещают жене работать, говорят, я же мужик, я добытчик, вот принес там столько-то. Сейчас такой кризис, да, финансовый, не всем на все хватает, как раньше это было. Зарплата не сильно индексируется. Ну, и ищи, где хочешь, деньги свищи, экономь там на себе, там, на детях или еще на чем-то.
Здесь это тоже есть. Вот эти аморфные, спокойные. Они красиво все вначале ухаживают, но по факту мы скатываемся к этому. Поэтому всегда обращайте внимание, как живут его родители. И главное вам не указатель того, что его мама не работает, а всю жизнь была домашней женщиной, или домашняя жена это называется, да, домашняя женщина здесь. Домохозяйка, вот вспомнила, да, по-русски. И типа у меня тоже все будет хорошо, буду домохозяйкой. Домохозяйки в Турции тоже живут по-разному. Есть домохозяйки, у которых есть, например, карточка семейная, банковская, они ходят спокойно, тратят деньги. Я не говорю про есть определенный достаток финансовый, да, она спокойно идет покупать продукты, какие она хочет, ей не надо на этом экономить. Она покупает одежду, какую нужно мужу, там, детям, ей и так далее, она на этом не экономит. Ей это не нужно делать. И у нее все окей, комфортно, ей не надо выходить на работу. У нее, например, приходит периодически, там, уборщица помогает. А есть домохозяйка другая, здесь тоже в Турции разные домохозяйки. Смотрите, как живут его родители.